сельскохозяйственная улица 29. Ехал я со стороны Владыкина по правому ряду. Собирался перекресток пересечь по прямой. И что характерно, а вот следы торможения у меня. То есть началось это все аж вот здесь вот. Вот. И вот такой вот приятель, жуткий вообще. Вот. Первый раз подрезал меня, второй раз подрезал меня. И вот результат налицо. Ну, расскажите вообще, как вы? Где получали права-то? Надо правила дорожного движения соблюдать. Надо. Если вы учили правила дорожного движения, то вы прекрасно знаете, что поворотник не дает вам преимущества. Снимать меня не можно. Я свою жизнь снимаю, понятно? Вы вторглись в мою жизнь. В данный момент вы снимаете меня. Я свои правила знаю. Машину снимаете свою. Что хочу, то и снимаю. Мы находимся в общественном месте. Нет. Понятно? Что и хочу, вы не сотрудник. Вот такие вот умники у нас попадаются на дорогах.